Семья Лемичук из Мирного обращается ко всем неравнодушным за благотворительной помощью. 12-летней Владе требуется дорогостоящий курс лечения. Помочь готовы врачи из Испании, но нужны деньги. Все подробности узнала Наталья Николаева. Беда в семье Лемищук случилась внезапно. Влада поехала к бабушке на каникулы и попала в аварию. Девочка чудом осталась жива. Сутки пролежала в реанимации, ожидая санрейса из Якутска. Республиканские врачи буквально по крупицам собирали позвоночник Влады. Затем была вторая операция в Новосибирске. После нее девочка смогла самостоятельно дышать и сидеть. Сейчас врачи готовят Владу к третьей операции. Но даже после нее девочка не сможет ходить. Для этого нужен длительный курс нейрореабилитации. Далее нам требуется реабилитация за границей. Именно в Испании нам могут помочь в институте Гутмана. Это всемирно известный институт. Он именно специализируется на спинальных травмах, на таких тяжелых спинно-мозговых травмах. Помочь встать на ноги Владе помогают всем миром. Предприниматели Алмазного края одними из первых пришли на помощь. Кто-то распечатал и расклеил листовки, другие перечислили деньги, третьи объявили благотворительные акции. К примеру, вот такие импровизированные копилки добра стоят во многих магазинах Алмазного края. Врачи Испании дают практически 100% результат. Обещают, что после лечения девочка сможет вернуться к прежней жизни. Для того, чтобы начать терапию, нужна хотя бы половина суммы. На данный момент собрано 1 470 000 рублей. Нужно еще не меньше миллиона. Деньги на лечение Влады можно перечислить на расчетный счет мамы Юлии Павловны Лемищук в отделении Сбербанка, либо на карту ВТБ-24. Все данные можно получить, позвонив по телефонам, указанным на экране. Семья Влады будет благодарна любой помощи. Наталья Николаева, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».